Еще больше интересного, любопытного, важного. Еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Следить за порядком на дорогах Сургута в этом году будут дополнительные камеры наблюдения, системы «Безопасный город» и радары скорости. Их планируют установить в новых микрорайонах. При этом где конкретно, не уточняется. Кроме того, на самых загруженных улицах до конца года может заработать автоматическая система управления дорожным движением. Автоматика будет учитывать транспортные потоки и переключать светофоры. Внедрить систему планируют на Югорском тракте, улицах Энгельса, Энергетиков, Университетской, Ленина, проспекте Мира. Впрочем, все зависит от финансирования. Задействовано 34 перекрестка, 34 светофорных объекта, на которых будут установлены датчики, которые будут считывать информацию. Это первоочередное, что будет сделано, это подсчет информации о количестве транспорта, чтобы в дальнейшем можно было распределить транспортные потоки. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.